Дорогой друг, если ты смотришь это видео, меня, наверное, уже нет в живых. Я зовут Братец Кролик. Запомни, Братец Кролик. Я хочу, чтобы ты знал, меня преследуют. Его зовут Братец Лис. Запомни, Братец Лис, он очень гнусный и очень-очень плохой. У меня больше не было сил терпеть, и я подал на него в суд. Заседание суда состоится 26 ноября в 2 часа дня на сцене Томского театра юного зрителя. Прости, Господи, я прошу тебя, приходи. Мне очень нужна твоя поддержка. Че, готов? Я очень хороший. Я хороший! Да добрее, добрее. Давай как репетировали, да? Я хороший! Чё ты наигрываешь, как слон, нормально репетил? Я хороший! Ещё! Больше света, ну! Да я хороший! Тебя где учили вообще, а? Слушай, там, где и тебя. А. Да ладно, всё, сейчас я сам всё сделаю. Давай. Всё, тихо. Он хороший.